Такой сырный рулет с мясом и грибами никого не оставит равнодушным. Он очень вкусный. Натираем на терке 250 грамм твердого сыра, 2 яйца, 200 грамм сметаны, немного соли. Все хорошенько перемешаем и выкладываем на противень. Формируем лепешку и разравниваем ее. Убираем в духовку примерно на 15 минут на 200 градусов. Лепешка готова. Дайте ей остыть и переверните, чтобы снять пергамент. Если пергамент плохо отходит, смочите его водой. Для начинки нам понадобится 300 грамм фарша, добавьте любимые специи и соль. Хорошенько перемешайте до вот такой консистенции. Выкладываем фарш на сырную лепешку и равномерно разравниваем. Сверху выкладываем и распределяем обжаренные шампиньоны с луком. Посыпаем зеленью, у нас это петрушка, укроп. И заворачиваем в плотный рулет, чтобы ничего не вытекло. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Получается очень вкусно, красиво и ароматно. Подавать такой рулет можно как закуску или же как основное блюдо с гарниром и салатом. Приятного аппетита, наслаждайтесь!